زغوات الرسول أبي أخرى نحمس حزق يزغوحتي ألقاوة في يقصد ناسميوات بنك أوسود شا ريحة برا عوضنا دارا نس يال ألقاوة في يقصد زغواتنا يزغحتي تدليسة تدليسة زغي جدروت نس شاتخي تدليسة حيال كنا عيبت يبخ رزحن يحد حكو رزحن أبل يوتا كنترول عقد رزحن нас а у сми бгт подзагуиште акрацу из банок за хараш милат финанс система на нас пара но порача а холопшра яхто амадзимпа басам он сарас буяна год и хадах кого нас манзар и шадах кого закон хадах кого а холопшра финанс холопшра нас одно таки нас айуша хатрука рула йыгаца нас йыгаца до усми гэтка дизаги яха ахолу шрароит а финанс курны пора хара айнус кахин кара джома дум хин кара шка айгара парака изаги яха ахолу шрако вот убри нас хукукис яму я разабан убри йог нас А таблица шедах говорит, бюджет комитета джан на хахала чужого схара урталагала ква хрид говорит, нас ахера пасот, шат я таблица шат говорит, си пахца за нас алагала ква, а милат банка я хабыра, вот аус вот ша, аварфна, аус ми бгат рызик подзол, отговора пахца рызикан, ахера шах. Уважаемые коллеги, необходимость принятия законопроекта в валютном контроле стоит уже давно. Главная задача – это контроль финансовых средств. Впервые, значит, в нашей стране вводится понятие паспорта сделок. Те сделки, резиденты, нерезиденты, есть очень серьезная необходимость в том, чтобы контролировать движение денежных средств по тем соглашениям, по тем договорам, которые осуществляются с другими странами. У нас очень много было, значит, от наших избирателей, да, вопросов, связанных с перемещением денежных средств в другие страны, да, в страны Средней Азии, количество. И, но этот данный законопроект, я думаю, что будет, значит, контролировать, да, и будет способствовать тому, чтобы взять, насколько это возможно, максимально под контроль те сделки, которые осуществляются, значит, с бизнесом иностранных государств. Ну, законопроект, он согласован. Мы в разработке тех поправок, которые есть к данному законопроекту, непосредственное участие принимали представители Национального банка. Мы на комитетских слушаниях поддержали данный законопроект.